Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов. Одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне, если последую путем твоим, ты не оставишь меня? Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?» Господь отвечал ему: «Мое милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нес тебя